Добрый день! Приветствуем вас на обучающем канале по работе с кабинетом клиента компании ОБК. В этом ролике описан процесс регистрации и авторизации в кабинете клиента. Итак, в адресной строке вашего браузера наберите следующий адрес – client.obkgroup.by. Нажмите «Перейти». Для того, чтобы зарегистрироваться на сайте, вам понадобится кнопка в правом верхнем углу экрана «Войти». Нажимаем кнопку «Войти», видим авторизационное окно. Так как мы на сайте в первый раз, нас интересует ссылка «Первый вход, забыли пароль». Переходим по ней. Видим окно, в которое необходимо ввести email. Обратите внимание, email должен быть зарегистрирован в компании ОБК, он должен быть действительным, и у вас должен быть к нему доступ, так как понадобится для подтверждения регистрации. Вводим email. Нажимаем кнопку «Получить пароль». И видим следующее уведомление об ошибке. Значит, если вдруг вы уверены, что вы ввели правильный email, однако все равно видите вот это сообщение, обратитесь к вашему менеджеру в компанию ОБК. В данном случае у нас опечатка. Исправляем опечатку. Проверяем правильность введенного email и нажимаем кнопку «Получить пароль». В случае, если успешно все прошло, получаем уведомление на указанный email отправлено письмо с инструкцией по восстановлению пароля. Переходим в почту, обновляем ее и видим письмо с темой восстановления пароля. Если вы не увидели этого письма в папке «Входящие», попробуйте проверить папку «Спам». Открываем письмо и видим ссылку, по которой необходимо перейти, чтобы подтвердить регистрацию. Ссылка действительно только для однократного использования, поэтому если вдруг во время перехода у вас возникнут какие-то проблемы, например, откроется окошко с ошибкой 404, необходимо будет пройти процесс регистрации с самого начала. Проблемы с переходом возможны в случае, если вы используете почтовые клиенты, такие как Outlook, WebEd и так далее. Чтобы избежать подобные проблемы, скопируем ссылку напрямую из письма и вставим ее в новой вкладке браузера. Видим уведомление, что новый пароль отправлен на email. Возвращаемся в почту. Входящие. Обновим почту. И вот пришло наше письмо, что пароль успешно изменен. Открываем письмо и видим в нем требуемый пароль. Копируем его из письма. Возвращаемся на сайт, вводим наш email. Вставляем пароль. Для удобства нажмите галочку «Запомнить меня» и нажимаем кнопку «Войти». Можно сохранить пароль также в браузере, чтобы каждый раз не авторизироваться. Все, снова попали на главную страницу, однако в этот раз нам доступны новые страницы сайта, такие как каталог, история заказов, личный кабинет. На этом все. Процесс регистрации и авторизации на сайте завершен. Можно приступать к оформлению заказов. И обратите внимание, что если вдруг вы утеряли пароль, процедура восстановления пароля абсолютно идентична процедуре регистрации. Это все. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня.